Смотрим. Ричард Докинс о правах животных. There's quite a lot in Science in the Soul about the ethics of the way we treat non-human animals. I say non-human because, of course, we are animals. We're not plants. We're not fungi. We're not bacteria. We are animals. There is a double standard in our ethics at present, which builds a wall around our own species, Homo sapiens. А, Павел, а что тогда за твою сотку мы будем смотреть? Я с удовольствием посмотрю. Which is rather unevolutionary. If you think about the fact that we are close cousins of chimpanzees, if you think about the fact that... В чем это противоэволюционно, если мы тупо можем возвести эту самую, так скажем, этическую стену? Мы достаточно сильные. Мы достаточно мощные. Мы можем это сделать. Так мы чувствуем себя комфортнее, и так мы можем использовать животных. Это удобно. С точки зрения эволюции, это, наоборот, должно быть крайне позитивно. То есть в этом не должно быть никаких проблем. Мы поставили стену, мы отгородили себя от других животных. Мы эволюционно имеем на это право, потому что мы выше, сильнее и круче. Мы можем сделать с этими животными все, что угодно получается. В чем проблема? С точки зрения эволюции здесь не может быть поставлена проблема, потому что она не об этике вообще в принципе. И даже наоборот, антиэтичность, она должна рассматриваться здесь позитивно. А что бы сделали львы, например, если бы они были суперкрутыми? То же самое. We are descended from a common ancestor that lived only about 6 or 7 million years ago. If you want to erect a moral wall around our species and say, for example, that a human... У нас нет никаких причин, которые были бы закрыты в теории эволюции, чтобы не возводить моральную стену. Воля, как бы я даже не буду говорить о том, что теория эволюции может оказаться неверной и так далее, и так далее, и так далее. Это тут даже не надо. И утверждаете, например, что человеческий эмбрион. An embryo, even a very beginning human embryo, long before it develops a nervous system, is somehow worthy of more moral consideration than an adult chimpanzee, then that is a rather unevolutionary. Нет, это не вступает в конфликт с теорией эволюции никаким образом. Здесь нет совмещения с теорией эволюции. То, что мы считаем кого-то значимым. Да, друзья, давайте выбирайте видос пока. То, что мы считаем что-то более значимым с точки зрения этики, это вообще никак не касается эволюции. Вот, эволюционной теории должно быть вообще плевать. Кого мы наделяем какой ценностью? Может быть, мы шимпанзе можем наделять какой-то ценностью? Можем. Мы можем наделять кого угодно, любое живое существо, любое животное, великой моральной ценностью. И некоторые народы так поступают, между прочим, обезьян, коров иногда назначают прямо вот высшими животными, которых нельзя трогать. И, например, какого-нибудь, не знаю, крестьянина можно убить, а корову нельзя. Почему так? Потому что всем плевать на эволюцию в этом смысле. Дэн Дэнни пишет, но если предположить, что человечество будет настолько впереди идти по эволюционному пути, что сохранит виды ради существования всей системы, не с этической, а с точки зрения выживания. Вопрос, рассмотрит ли он этот вопрос с точки зрения. Давайте узнаем, посмотрим. Viewpoint. If you look back in our ancestry, at what point would you draw the line? Would you give, if there were Australopithecus, our ancestor, almost certainly our ancestor, Australopithecus of 3 million years ago, if you were to meet one, if one had survived in the African jungle, would you give it the same moral consideration as the rest of us, or would? Понимаете, в чем проблема с людьми? Они друг друга убивали, но только так. Не знаю, Докинзу можно историю немножко повторить, вот такой школьный уровень там. Были, короче, такие дяди, они называли себя национал-социалистами. Они убивали евреев. Были расисты, они убивали черных. Ой, в смысле темнокожих, простите, не черных, они же не черные, да, конечно же. Очень извиняюсь за такую плохую лексику. Так вот. Люди убивали представителей своего вида, но только так.
чем проблема. Ну, то есть, морально это всегда было очень по-разному. Нету единой моральной стены. Вот у современного человека, может быть, она и есть. Определенные ценности на базисе гуманизма действительно сложились. Ну, просто в этом и заключается вся фишка, что наши моральные ценности могут быть абсолютно любыми. И это не то, чтобы очень сильно зависит от какой-то эволюции. Ну, вот как-то вот так это получается. И это вообще трудно увязать с теорией эволюции, потому что, с одной стороны, ну, теория эволюции, а с другой стороны, этика, и как-то вот, вот мостика нет, понимаете, вот это вот мостика. Не существует его. Would you say, no, that's, it has the same moral consideration as a chimpanzee. А почему мы это скажем, кто это говорит? If we look back in... А вот балабол, как вам интереснее, понимаете, бакалавриат — это сразу поехали учить языки, латынь, греческий, русская философия. Если она вам не интересна, но у вас будет русская философия, если вы собираетесь поступить в СПбГУ, например, там есть очень серьезный дядька Замалеев. Он, по сути, чуть ли не автор самой русской концепции русской философии, что она вообще существует, ее исторически надо изучать. Он очень строгий и очень серьезный. И вы, например, вот вы вообще не любите, например, русскую философию, вообще не думаете, что это философия вообще в каком-то смысле, но дяденька Замалеев заставит вас ее выучить наизусть вплоть до дат, когда были написаны те или иные тексты русских писателей, которых он считает мыслителями. Вот. Вот, я не думаю, что вы хотите пройти через это. Поэтому я вам, наверное, рекомендую, если есть возможность, реально поступать в магистратуру. Это будет 2 лайтовых года, где вы не будете прям очень сильно учиться, но вы будете иметь доступ к преподавателям по философии, к студентам философских факультетов. И если вы вообще поступите, вы уже, в принципе, очень много знаете. Вы по учениям уже, наверное, много всего изучили. Это хорошо. Я, в принципе, сам проделал такой путь. Бакалавриат я пропустил философский. Но потом магистратура и аспирантура, и, в принципе, нормально. Ну и все ваши знания будут в итоге просто зависеть от вас. У этого будут свои недостатки. Ну вот, например, вы, например, не пройдете курс русской философии, если вам она не нравится. А если нравится, наоборот, вы его пройдете, а курс аналитической философии не пройдете, например. Ну то есть тут все будет уже зависеть от вас, ваше образование. Но мне нравится такой уклад, когда все мое образование зависит исключительно от меня. Если я что-то не знаю, ну это просто моя вина. А какой путь выбрать? Вы, скорее всего, не будете выбирать путь. В университете, ну, наверное, будет предложено 2-3 специальности. И не все, скорее всего, вам очень сильно понравятся. Но вам придется одну из них выбрать. Там уже смотрите по университету. Да, давайте не будем поганую старость включать. History. A couple of centuries ago, most people accepted slavery. Nowadays, of course, that's a horrifying thing. Ну да, поддерживало. Эволюционно это было норм почему-то. Потому что эволюционно все, что бы человек с точки зрения этики не сделал, все норм. Человек может выбирать. Пока, понимаете, фишка человека в том, что он может выбирать этические траектории, так скажем. Это его основная такая, получается, эволюционная черта, если мы можем так это рассматривать. Этика ни в коем случае не противоречит эволюции, и в этом проблема, какая бы этика ни была. И именно потому она не противоречит эволюции, потому что человек настолько эволюционировал и обрел настолько так большое количество инструментов, которыми он может пользоваться, давайте уже с точки зрения сайентистов будем рассуждать, что ему в принципе плевать, какую этику выбрать, он просто может. Выживает сильнейший, и он сильнейший, и он задает этику себе. Все. В этом и вся суть. No civilized person today accepts slavery. And if you look back further. Ну, в смысле, ни один цивилизованный человек терпит. Still, we had the appalling things that the Romans were doing in the Colosseum with spectator sport. Что-то у чувака какая-то альтернативная история. Рабство. А если мы еще дальше? Ладно. Он, видимо, имеет в виду американское рабство. Хорошо. Спасибо, Деталюк, спасибо. Скоро посмотрим и твое видео. Друзья, у нас еще одно видео. Но, видимо, если вы определитесь, какое видео будем смотреть, по очереди видео Павла будет Павелов впереди. People killing other people or lions killing people.
regarding it as fun, entertainment to take the children out to, we're certainly getting better. А если мы переместимся еще раньше, опять было рабство, как бы. И в Риме было рабство, как бы. Ну, то есть норм. Steven Pinker has said in his book The Better Angels of Our Nature, and Michael Shermer has in his book on the Moral Arc. So we're changing a lot, and it's therefore sort of fairly obvious thing to do to look into the future and say, what will our future descendants think when they look back at us, the way we look back at our slave-owning ancestors with horror? Проблема заключается в том, что рабство, которое мы не поддерживаем на нашем канале, иногда могло быть вполне нормальным явлением. То есть у раба, например, могло быть побольше свободного времени, чем у нас в современном мире. Когда мы работаем по, не знаю, 8-12, а там 10 часов бывает, там, не знаю. Всего доброго, Цунада, всего доброго. What will our descendants look back on it in our time? And I think the obvious candidate would be the way we treat non... Не, ну если вдруг в будущем люди станут веганами, то да, то это будет проблема. А если не станут, то нет. А что Докинс предлагает с точки зрения эволюции? Ну, смотрите, у меня клык есть. У меня есть клык, значит, я могу есть мясо. Эволюция предполагает, что я могу есть мясо. Ну, то есть, наверное, мясо мне тоже нужно биологически. Понимаете, в чем еще дело? А здесь не этический аргумент, видимо. Нам нравится кушать мясо, в принципе. Мясо вкусное, хорошее, питательное. В нем вещества есть, которые нам нужны. А что Докинс на это скажет? Можно заменить эти вещества? Можно, но дорого довольно-таки. Вот как-то так. Ну, то есть, с точки зрения науки, наверное, все-таки вегетарианство, хоть вегетарианцы пытаются доказать обратное, и иногда довольно грамотно, но оно все равно трудно достижимо. Чтобы заменить те вещества, которые имеются в мясе, нам нужно затратить довольно-таки большое количество ресурсов, больше, чем для добычи этого самого мяса. И индустрия по производству мяса, она уже сложилась, и она уже работает. Поэтому трудно, поэтому трудно. On human animals, my view would be that we want to avoid suffering. Так, но мясо есть можно. For the criterion would be, can this creature suffer? This is the criterion that Jeremy Bentham, the great moral philosopher, laid out. Can they suffer? There's every reason to think that mammals, at least, and probably many more. Can suffer perhaps as much as we can pain. If you think about what pain is for, biologically speaking, pain is a warning to the animal, don't do that again. If the animal does something which results in pain, that is a kind of ritual death. It's telling the animal, if you do that again, you might die and you might fail to reproduce. That's why natural selection. Я не думаю, что для животного это что-то значит вообще в принципе. Ну то есть сейчас шуе пошло. Ну то есть если он это на лекциях рассказывает, ну это шуе. Ну то есть вы понимаете, что животное определенно не осмысляет таким образом такой сигнал. Чисто феноменологически. Спасибо, Павел. Спасибо, Павел, за ссылку особенно. Я надеюсь, там что-то адекватное. Если там обнаженка, я выключу, Павел. Будь как бы начеку. Обнаженка, какие-нибудь там, не знаю, унижения гомосексуалистов, мы против. Особенно слово на букву N мы не хотим, мы не поддерживаем. Selection has built pain into our nervous system, has built the capacity to feel pain into our nervous system. So don't mess around with hornets. Because it's painful. Don't do that again. Don't pick up burning coals from the fire. Don't do that again. Ну, то есть он это все проговаривает, как будто бы животные проговаривают. У них, наверное, все-таки феноменологический. Ау, бля. Святая Русь. Хорошо. There's absolutely... Я скушал это, я приму. Приму это как лекарство. No reason, as far as I can see, why a non-human animal, a dog or a chimpanzee or a cow, should be any less capable of feeling pain than we can. When you think of what pain is actually doing, pain feels like something primitive, feels like something... А душевная боль тогда тоже считается, правильно? Докинс заставляет христианам душевную боль, им плохо. Они чувствуют, что им нехорошо, получается, но Докинс плохой человек, отвратительный по своим же собственным критериям.
Он причиняет боль людям. Многие христиане, может быть, сами себе причиняют боль под воздействием прочтения его текстов. Прям не только духовную, но и физическую, понимаете? Вот он, причина боли многих людей, многих христиан. Like seeing color or smelling a rose or something like that. It doesn't feel like the kind of thing for which you need intellect. And actually, you can go even further than that. You might say, since pain is there to warn the animal not to do that again, an animal which is a slow learner, an animal which is not particularly intelligent, might actually need more intense pain in order to deter it from doing that again than a human who is intelligent enough to learn quickly not to do that again. So it's even possible that non-human animals are capable of feeling more intense pain than we are. Научно. Может быть, животные даже чувствуют больше боль, чем люди. Окей. Возможно. I'm not sure how far I want to push that argument, but I think at least I can say there's absolutely no reason to suppose that they feel less pain than we do, and we should give them the benefit of the doubt. Ну, у животных нет душевной боли, наверное.